Итак, медитация – это единственное значение, это погружение в источник благополучия. Это единственное, ради чего делается медитация. Просто расслабиться, просто там подышать, просто это все последствия. На самом деле медитация – это погружение в источник. Это войти под управление внутреннего руководства. Позволить внутреннему руководству направлять нас. Потому что наша божественная внутренняя сущность, она самая мудрая, она самая наимудрейшая. Если мы действительно разрешим внутренней управляющей божественной нашей сущности направить нас, мы будем получать ответы на все свои вопросы. Делаю глубокий вдох, выдох. Вспоминайте что-то очень хорошее, потому что источник благосостояния – это источник состояния блаженства. Поэтому вспомните что-то очень-очень хорошее и задержитесь на этом состоянии. Прямо сейчас, задержась на этом состоянии благодарности, признательности, в этом осознании благодарности, признательности. Поднимаем эту гамму ощущения признательности. Признательности себе. Ай да я. Ай да молодец. Какой я молодец, что я решил зафиксировать и остановиться на этом чувстве. Признательность, благодарность, любовь. Прямо сейчас остановитесь в этом состоянии внутреннего одобрения, внутреннего ощущения доброты. И фиксируем здесь намерение. Я хочу быть добрым к себе. Я действительно хочу снять все требования к себе. Я действительно хочу освободиться от всех должен к себе. И прямо почувствуйте, как тепло начинает разливаться по всему телу. Тело начинает вам доверять. Я хочу, чтобы тело доверяло мне. Потому что когда мы постоянно ему предъявляем требования, оно перестает нам доверять. И пронося свой взгляд по всему телу, мы погружаемся на более глубокий, на более здоровый уровень сознания. Делаем глубокий вдох и спокойный, глубокий выдох. Я погружаюсь на более глубокий, здоровый уровень сознания. И я доверяюсь Богу руководству. Руководству божественной сущности, высшему своему Я, Творцу, кем я являюсь. И теперь мысленно перенеситесь в то место природы, где вам действительно нравится быть, где вы действительно чувствовали свою соединенность с этим местом. Может быть, это парк со синими листьями, может быть, это дача, может быть, это море, может быть, это горы, может быть, это некий микс.
такие моменты я люблю вспоминать. Момент, когда я в горах в Албании. И там прекрасная поляна, которая открывает взгляд на море. И я сижу и смотрю на бескрайнее море. И в этот момент ты ощущаешь необычайную соединенность тебя и природы, тебя и неба, тебя и земли. Поэтому сейчас поднимайте в себе из памяти это чувство, которое когда-либо вы переживали, когда вы чувствовали вот эту и бескрайность с одной стороны, с другой стороны и соединенность, с третьей стороны и вот это ощущение погружения в само величество природы, в саму сущность единства, когда вы понимали, что небо соединяется с землей, и земля соединяется с небом, и все вместе соединено, и вы ощущаете, как невидимый дирижер организовал все эти соединения красок. Невидимый режиссер соединил всю эту гамму чувств, всю эту гамму красоты. И поднимайте это чувство, Боже, как красиво. Состояние красоты, оно очень близко к состоянию любви. Поэтому сейчас поднимите это ощущение красоты. Поднимайте. Позволяйте сейчас из памяти восторгаться. Восторгаться, прям можете вслух говорить. Я хочу видеть красоту. Я хочу ее осязать. Я хочу ее чувствовать. Я хочу к ней быть причастным. Я хочу причаститься к красоте. Потому что когда мы видим красоту, то наши вибрации повышаются. И это ощущается как восторг, это ощущается как любовь, это ощущается как влюбленность в жизнь. И поднимая это сознание красоты, поднимая это ощущение красоты, наполнение красоты, переживание красоты. И вот здесь, прямо сейчас, когда уровень вибраций начинает повышаться, когда мы идем в сознание признательности, в сознание любви, в состояние красоты, восхищение красотой, прямо почувствуйте, как это вкусно. Вот и остановитесь здесь. Прямо ощутите желание вкусить, желание покушать это состояние. Прямо вот здесь задержитесь в этом сознании. Как это вкусно. Остановитесь вот здесь в этом чувстве. И скажите для себя, как же это вкусно. И вот здесь мы прямо останавливаемся в этих вибрациях вот этого состояния. Вкусно. Я хочу этого чувства все больше, больше и больше. Когда вы говорите это больше, прямо ощутите, как оно разливается неимоверным чувством разливающегося блаженства. Да, это то, что я хочу больше. И при выдохе выдыхаем остатки тревоги, остатки переживаний, остатки чего-то, что беспокоило. И погружаемся еще в более глубокий, здоровый уровень сознания, в источник чистоты, в оазис, где источники чистой воды,
льются, и вы чувствуете сейчас поток. И вы входите в это состояние потока. И вы говорите, это состояние потока никогда не прекратится. И это состояние потока никогда не прекратится. И погружает сейчас в этот источник свежей, чистой энергии, которая никогда не прекращается, которая пребывает с нами всегда и пребывает, и будет пребывать все больше, больше и больше. Все негативные переживания, они связаны лишь с одним, когда мы удаляемся от источника. Страх говорит, что ты удалился от источника, поэтому вернись к нему. И прямо сейчас, когда ты видишь этот источник чистой воды, почувствуй свое желание искупаться в нем. И ты, как Иньман, опускаешься в этот источник чистой воды и окунаешься в него 7 раз, смывая с себя проказу, смывая с себя все это сознание нехватки, тревоги, напряжения. Прямо ощути твое погружение в этот источник. Прямо ощущай это состояние глубочайшего признания самого себя. Признания Богом, которым я являюсь. Творцом всей своей жизни. И вот это погружение в глубину всего твоего существа. Я глубокий вдох, выдох и скажи, я хочу в этом состоянии задержаться. Я хочу в этом состоянии прожить всю Будгану и прочувствовать всю прелесть этого чувства. И теперь разреши это ощущение пронестись по всему телу. Прямо сознательно его нести сейчас в свой разум. Прямо ощущай, как твой разум, твои клетки, твоего мозга, каждая клеточка начинает зажигаться золотистым цветом. И вот этот миг над головой святых зажигается сейчас над тобой. И прямо сейчас ощущаешь этот золотой свет, этого помазания начинает течь по своему телу. Ты можешь даже положить на какую-то часть своего тела руку туда, где необходимо это помазание пронести, чтобы принести туда исцеление. Прямо туда сейчас несешь это исцеление, это золотое свечение. Прямо туда вносишь это золотое свечение этих вибраций и ощущаешь, кушаешь. Проживаешь. И вот здесь опять себе говоришь, как вкусненько. Какая вкусняшечка. Вот здесь задержись в этом состоянии. Прямо прочувствуй это состояние. И скажи, я хочу больше. Я хочу погрузиться еще больше в это состояние. И теперь мы слушаем самую глубинную часть себя и настраиваемся на его звук. И настраиваемся на его звучание, на его музыку. И вот чувствую сейчас, что твои уши открываются, чтобы слышать, слушать самую глубинную часть себя. Тот источник, который издает музыку. Вот у этого источника есть звук. У этого источника есть звучание.
и он может развиваться в виде музыки, которая тебе уже известна. А может быть, это музыка, к которой ты сейчас прислушиваешься. Это музыка, которая сейчас в тебе звучит. Ола, хейлара, холара, пура, баляра. О, я лара, хашера, лара, курила. И сейчас я вот буду на этой вибрации выходить в эту тонкое звучание этой вибрации и позволять этому звуку прямо оттуда, из глубины, звучать. Господь моего существа. Господь моего существа. Мы часто слышим этот голос, голос интуиции. Или его еще называют зов Парая, которого мы все потеряли когда-то. И в моменты, самые наивысшие моменты горя, мы все говорим: Господь, ты где? Господь, ты где? И вот этот голос внутри нас, этого источника, он звучит эхом по всему нашему существу. Лора, щера, лара, хурыба, обмара, лара, харима. И вы отпускаете себя в этот источник и говорите: да, я хочу. Я хочу слышать это внутреннее руководство. Я хочу увидеть источник все увеличивающегося благо состояния внутри себя. Обмара, лара, хурыба, рима, алора, мабеэнт, хурыба, арима. Просите, и дано будет вам. Поэтому сейчас просите, чтобы этот источник разливался по всему телу, чтобы этот источник отозвался музыкой сверхнутри вас, чтобы этот источник начал главенствовать и господствовать над всеми другими мыслями. Алара хулара, эмаралара хулирама. Эй, алара хороба, арива, арива. Лера хом, баралара хоямбра. Эй, алара хороба, дэн-дэн-дэрба. Эй, баралара хоямба, арива. Эй, алара хом, баралара хорива. Прямо чувствуйте звучание этой музыки, которая внутри вас. Ощущайте ее сейчас. Чувствуйте, ощущайте. И пожелайте: я хочу звуки этого источника издавать на своих губах. Я хочу соединиться и позволить голосу этого источника говорить через меня. Я хочу позволить голосу этого источника разговаривать со мной. Я хочу голос этого источника издавать его звуки. Я в такие моменты говорю: Дусы, ты молись через меня. Ты знаешь, о чем молиться. Ты знаешь, о чем просить. Алала хурыла, арыма ларма. И это всегда не наш язык. Это звуки, которые уму непонятны. Потому что ум, он всегда противостоит источнику. Олам, херам, хералара, арива. Омбралара, холора, арива, арива. Чувствуйте сейчас свои звуки, которые поднимаются. Ощущайте эти звуки, которые сейчас поднимаются из недр ваших. Это может быть один звук. Ощущайте это движение звука внутри себя. Ощущайте движение этого звука, которое прямо сейчас зажигает золотым свечением каждую из чакр.
и мы благословляем. Сейчас фокусируйтесь на корневой чакре. Она находится в самом низу позвоночника. И скажите, я благословляю. Поднимите свой взгляд чуть-чуть выше. И мы благословляем вторую чакру. Прямо ощущайте, как низ позвоночник зажигается золотым свечением. Он окутывается золотым свечением. Благословение. Мы благословляем солнечное сплетение на позвоночнике. И вы ощущаете, как это благословение, оно становится значимым, емким. Вы говорите мне, позвоночник, благословение. Это опора моей жизни. Я благословляю сейчас. Сердечная чакра находится в районе, там, где грудь, в районе сердца. Я благословляю свою сердечную чакру. Я благословляю свою горловую чакру. Я действительно благословляю. Я благословляю сейчас шестую печать. Она находится в районе третьего глаза. И я благословляю свою седьмую печать. И теперь вы смотрите на свое тело как будто бы со стороны, как квантовый наблюдатель. Уже не вы в теле, а тело внутри вас. Вы смотрите на тело как будто бы со стороны. И вы наблюдаете, как тело сейчас лежит и сидит. И вы понимаете, что вы не есть это тело. И что-то значительно больше. И вы благословляете этот телесный элементал, через который вы выражаетесь. Но вы понимаете, что вы дух. Вы понимаете, что вы высшая, наразумнейшая, соединенная со всей божественной мудростью. И теперь, осознавая себя духом, соединенным с бесконечной божественной мудростью, вы задаете себе вопрос. Чего я на самом деле хочу? Чего я на самом деле хочу? И вы задаете этот вопрос самой глубины своего «я». И первое, что вы услышите, я хочу успокоиться, убрать все волнения, все насилие, которое я совершаю над собой. И я хочу умело управлять этим потоком. Я хочу вернуться к искусству управления. Потому что мы все когда-то с вами это делали. Мы с вами все божественные сущности, и мы знаем, как это делать. Я хочу вернуть себе память. Я хочу вернуть себе память, как я это делал раньше. А потом как будто забыл. А потом как будто бы дал себе забвение забыть то я. Как будто мы все с вами договорились придать забвению. Это осознание. И сейчас точно так же, как я решил придать это забвение, точно так же я решаю сейчас пробудить голос своей самой, самой глубинной божественной составляющей. Я хочу отпустить потребность этому, в этом забвении. И я погружаюсь еще более на глубокий здоровый уровень сознания в той части себя, которая является самой древней, которая является самой-самой глубинной частью меня.
Я хочу вспомнить. Я хочу вспомнить, что я много раз был на этой планете. Я хочу вспомнить, что я преодолевал все вызовы, которые бы эта планета мне не давала. Но я всегда выходил победителем. Я всегда был над обстоятельствами. Когда приходят обстоятельства, кажется, что они выше нас. Кажется, что они больше нас. Но сейчас прочувствуйте это состояние. Я над обстоятельствами. Я над ситуацией. Я значительно больше любого обстоятельства. Я значительно больше любой ситуации. Я над. Вот сейчас, когда вы находитесь в этой позиции над, вы чувствуете течение. И вот сейчас прямо прочувствуйте это состояние и скажите, как вкусно. Потому что когда обстоятельства были над, вы сказали, что вы маленький, вы не справитесь. Когда вы сейчас над, вы понимаете, что вы беспутствуете. Я господин обстоятельств. Я господин обстоятельств. Когда обстоятельства выше вас, вам кажется, что вы беспомощны, вы бессильны. И кажется, что обстоятельства выше вас. Но когда вы в источнике, вы ощущаете, что вы господин. И вот сейчас остановитесь в этом сознании. Я господин обстоятельств. И сейчас мы погружаемся с вами в сферу духа знания. Где вам открывается такое понимание, что на уровне этом мы все единое поле. На этом уровне мы сможем с вами договориться на любых ситуациях, на любых обстоятельствах. И вот сейчас, когда вы ощущаете это сознание, это ощущение, это Бога сознания. И вы задаете себе вопрос, внутри вопрос, что заставляет меня страдать? Какая сфера жизни сейчас у меня в затмении? Какая сфера жизни у меня сейчас в страдании? Запустение. Страдание – это запустение, это пустыня. Где пустынный ветер. И задайте себе вопрос, зачем я сам бы хотел оказаться в пустыне. Зачем я сам покинул оазис? Каждый из нас пришел в свое время для того, чтобы поиграть в игру под названием человечества.
Каждый из нас пришел в свое время сюда для того, чтобы поиграть в игру «Человек ограниченный, беспомощный». Вот сейчас мы возвращаем себе свою память. Да, я выбрал эту игру. Да, я сознательно или подсознательно выбрал эту пустыню. Но мне так было можно. И я для чего-то выбрал для себя это пустынное забвение. Но сейчас я возвращаю себе память, и пустыня насаждает деревьями, цветами, цветущим садом. И сейчас я засеиваю эту пустыню . Время пустыни закончилось. Время пустынности закончилось. Я знаю, что у многих из вас возникает вопрос, а как это произойдет в физическом мире? Источник дал запрос на наш ответ. И прямо сейчас эта пустыня насаждается. И эта пустыня, она насаждается всеми благами. Не думай как. Источник дал отклик. Способы прямо сейчас обнаруживаются. Способы прямо сейчас открываются. Как мне показывают? Источник дает мне отклик в виде энергии. Все в этом мире есть энергия. Все в этом мире есть вибрация. Мы живем в мощном поле энергетического поля. И источник присылает это в виде энергии. В виде плотности вибраций этого энергетического отклика. И затем этот энергетический оттиск начинает сгущаться, 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 сгущаться на уровень земных вибраций и приходить в виде обстоятельств, приходить в виде ситуации, в виде ключевых людей, ключевых событий. Источник ответил. Источник мне ответил. Просите, и дано будет вам. Я прошу и получаю. Источник всегда верный. Закон притяжения – это мой управляющий. И я могу довериться этому управляющему, сделать все наилучшим образом. И я благодарю, я признательна закону притяжения, который притягивает ко мне сейчас. Я как магнит, который притягивает к себе все необходимые составляющие этого процесса в виде условий земных реалий. Да не будет воровства, да не будет потерь. И вот сейчас вы останавливаетесь и говорите, я хочу иметь уверенность. Я хочу получить сейчас этот отклик эмоционального поля, в виде уверенности, что все, что я запрашиваю, все находит реализацию.
То, что я запрашиваю, находит способ и реализацию. Я задерживаюсь сейчас в этом состоянии, в этой вкусняшке, когда состояние удаления сомнений из моего энергетического поля. И я прошу прямо сейчас ангелов, чтобы они укрепили мое молитвенное поле, чтобы они удалили источник беспредела, чтобы они удалили источник диссонанса, чтобы они удалили источник беспорядка. Чтобы они помогли мне чувствовать себя превосходно внутри своего тела. И вот это состояние вибраций, вот это звучание вибрационного поля, оно прямо сейчас заливает золотым сиянием все наше тело. Я знаю, что мое тело сейчас в таких вибрациях исцеляется. Мое тело прямо сейчас омолаживается. Мое тело возвращается к источнику первозданной красоты. И вы можете даже почувствовать, как разливающаяся вибрация по всему телу звучит своей музыкой. И невидимый дирижер дирижирует звучанием каждого органа, создавая музыку. Соединенность такта каждого органа соединяется в великолепное звучание музыки. И вот, находясь в этом звучании музыки, мы сейчас себе говорим, ощущаем, я хочу продлить это состояние. И вы пребываете сейчас в этом состоянии. Помните 10, 15, 20 минут, и прямо говорит, я хочу еще. Я хочу погрузиться еще глубже, чтобы еще, еще, еще. И когда вы откроете глаза, вы себя будете чувствовать как никогда легко. Как никогда свободно, как никогда соединенно с источником, который я есть.